Армянская газета «Паст» пишет, что после заявления Пашиняна и членов его команды о том, что у Карабаха есть будущее в составе Азербайджана, в среде сепаратистов началась большая волна протеста. Как передают источники издания Баку Саакян и Аркадий Гукасян, которые ранее предпочитали держаться в тени, в эти дни начали проводить встречи с различными политическими силами, деятелями и активистами. Поставлена четкая задача. Ни в коем случае не допустить в кавычках «сдачу земель». И лидеры сепаратистов пытаются начать процесс консолидации вокруг этого вопроса. По сведениям газеты, Араи Карутюнян, нынешний глава сепаратистов, также проводит активные встречи и призывает всех отложить в сторону политические интересы и присоединиться к процессу противостояния. Как передают наши источники, власти Армении пытаются оказать определенное давление на Арутюняна, в том числе путем компромата и угроз, поскольку в последнее время он привержен довольно резкой позиции в отношении действующей власти Армении. По сведениям газеты, карабахские армяне надеются, что Араи Карутюнян даже ценой своих лишений не поддастся каким-либо угрозам и давлениям и не отклонится от той повестки и принципов, которые сформировались у сепаратистов. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.